Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погиб 45-летний российский биолог с мировым именем Александр Каганский, который работал в университетах разных стран по поиску лекарства от рака, а в последнее время в Шотландии занимался разработкой вакцины от коронавируса. Как сообщает телеграм-канал Мэш на мойке, Каганский приехал в Петербург, чтобы навестить могилы родителей. Остановился он у своего старого школьного приятеля, медиа-менеджера Игоря Иванова. Однако ночью тело Каганова было найдено под окнами дома. Предварительно установлено, что смерть наступила от падения с высоты, но на теле ученого нашли еще и ножевое ранение. Полиция считает, что между друзьями могла произойти ссора, а затем потасовка, во время которой Иванов нанес Каганскому ранение и столкнул с балкона. Однако Иванов эту версию решительно отрицает.